Картина «Новый Рим. Замок Святого Ангела» является авторским повторением одноименной работы 1824 года. В пейзаже соседствуют архитектурные сооружения разных эпох. Справа на берегу Тибра возвышается замок Святого Ангела. Построенный во II веке нашей эры как мавзолей императора Адриана, он в середине века служил крепостью, хранилищем папской казны и даже тюрьмой. Свое современное название сооружение получило во время эпидемии чумы, когда, согласно преданию, наверху крепости появилась фигура ангела, вложившего меч в ножны, после чего бедствие прекратилось. Фигурами ангелов также украшен мост, ведущий через реку к крепости. За мостом в глубине открывается панорама городской застройки, над которой возвышается одна из главных святынь христианского мира – собор Святого Петра в окружении зданий Ватикана. Слева композицию замыкают дома городского квартала, где ютилась беднота. На переднем плане изображены обитатели квартала, рыбаки и торговцы, занятые повседневными делами. В картине Щедрин искусно передал эффект световоздушной перспективы. Далекие здания кажутся погруженными в дымку, их контуры теряют четкость. Все предметы живописно объединены в мягкую цветовую гамму с тонкими светотеневыми градациями. Рим предстает здесь живым итальянским городом, где мрачноватые жилые дома спорят по своей живописности со знаменитыми замками и соборами. У художника взгляд человека романтической эпохи, которого привлекает непосредственное ощущение жизни, а также представление о непрерывности течения истории, единства в ней приходящего и вечного. Современник писал, произведение сие так понравилось Риме, что многие желали иметь его. Выполняя многочисленные заказы, Щедрин написал 8 картин на этот сюжет. Эта серия картин, написанная в ранний римский период 1821-1825 годов. Сильвестр Щедрин прожил 12 лучших лет своей жизни в Италии и умер на этой земле в расцвете лет и творческих сил. Очарованный красотой этой страны, он без устали запечатлевал на многочисленных полотнах ее дивную природу. Впервые в отечественном искусстве художник обратился к проблемам пленэра. Живописи на открытом воздухе, тонкому взаимодействию света и цвета, изменению цвета в зависимости от освещения. Картина стала первым большим полотном, где мастер воплотил в жизнь свои новые живописные задачи. Темой полотна художник выбрал вид на набережную реки Тибр. Изображена часть Рима, где жили многочисленные художники со всего мира, приехавшие в вечный город за вдохновением и впечатлениями, и где на первых порах поселился и сам Щедрин. Знаменитые памятники прошлого – собор Святого Петра и замок Святого Ангела – отнесены на дальний план. Они интересуют художника не как воплощение величия Рима, и даже не как великие произведения искусства прошлого,
а как участники и свидетели жизни современного города. На переднем плане картины повседневная простая, но от этого не менее интересная и ценная для живописца жизнь городской бедноты. Недаром картина названа «Новый Рим». Романтический художник стремится по-новому, свежим взглядом увидеть вечный город. Единство живописного пространства картины достигается за счет общего холодного голубовато-охристого тона, сменившего традиционный коричневый. Серебристые и серые цвета создают ощущение влаги, мерцают, переливаются. Изменчивость цвета рождает ощущение движения, живой жизни. В разговоре со скульптором Гальбергом сам Щедрин говорил: «На силу-то я выбился из этих теплых тонов, о которых мне столько толковали и о которых до сих пор толкуют господа любители». Подобные композиции известны в Государственном русском музее, Национальном художественном музее Республики Беларусь в Минске 1823 года. Недатированные находятся в Национальной галерее Армении в Ереване, Азербайджанском национальном музее искусства в Баку, Государственном музее искусств имени Костеева Республики Казахстан в Алматы. Эта серия является поворотным этапом в творчестве Щедрина. Прежде всего, по-новому трактуется сам сюжет. Рыбачьи лодки на воде с людьми, стены жилых домов. Вот первый план. А старый Рим перемещается в глубину и становится своеобразным фоном. Меняется в этих пейзажах и цветовая гамма. На смену сумрачным коричневым тонам первых щедринских работ приходит теперь более холодный, серебристые, голубые и зеленоватого тона. Эта серия пейзажей очень удачный опыт Щедрина пленэриста, мастера живописи на открытом воздухе. По словам одного из современников, художник должен был повторить этот вид 8 раз. Всякий раз изменял воздух и тон картины.